Испытанием на прочность стал 2016-й для аграриев Украины. Снижение покупательской способности населения, налоговые изменения, вспышки болезней в животноводстве негативно отразилось на аграрном секторе. Подробнее об этом об итогах года в сельскохозяйственной отрасли Украины наши корреспонденты. 40% всей экспортной выручки Украины обеспечивает аграрная отрасль. В 2016-м эта сумма составит 15 миллиардов долларов, на миллиард больше, чем в прошлом году. Тем не менее, этот год для аграриев стал одним из самых сложных за последние 10 лет. Почти в 10 раз сократились объемы поставок свинины за границу. Украина потеряла основного покупателя – Россию, которая ввела эмбарго на украинское мясо. Еще несколько стран отказались от экспорта в связи со вспышками африканской чумы свиней. Зафиксировано 80 случаев по всей стране. После 7-летнего перерыва в Украине объявился еще и птичий грипп. Пока зарегистрирован только один случай, но покупатели уже насторожились. Европейский Союз потребляет более 17% от валового экспорта украинской курятины. Если они откажутся, украинским компаниям, трем, которые экспортируют этот продукт, нужно будет просто перенаправить эти объемы на другие рынки, на страны Ближнего и Среднего Востока. Антирекордным по рентабельности назвали 2016-й производители молочки. Прибыльность отрасли сократилась более чем на 20%. Экспорт снизился на 12%. В отличие от молочников, довольны результатами года производители сахара. За минулый год мы экспортировали где-то 115 тысяч тонн. Если в прошлом году мы экспортировали где-то 115 тысяч тонн, то за три месяца этого маркетингового сезона мы экспортировали более 330 тысяч тонн, то есть почти в три раза больше. Сегодня привлекательна цена и качество нашего сахара, потому он пользуется спросом в мире. Лидерами экспорта остаются подсолнечное масло и зерновые. С вывозом последних приходится нелегко. Из-за плачевного состояния вагонов украинской железной дороги зерновики потеряли почти миллиарды долларов. Палки в колеса вставили аграриям и депутаты, когда проголосовали за отмену спецрежима НДС. Раньше налог на добавочную стоимость в полном объеме оставался на счетах производителей. Теперь частично. Для производителей, конечно, было более выгодно иметь спецрежим НДС. Сумма, которая может быть получена, она заранее ограничена. И поэтому аграрии в лучшем случае получат столько же, а скорее всего получат несколько меньше. Эксперты предупреждают, возврата налоговых льгот ожидать не стоит. Отмена спецрежима – это требование МВФ. Несмотря на трудный год, аграрии Украины смотрят в будущее с оптимизмом. В 2017-м ожидают открытия новых внешних рынков и потепления на внутреннем. Анна Панащук, Михаил Мищенко. Специально для Хабар-24. Киев, Украина.